Так, сейчас у нас будет интересное событие происходить. Наконец-то мы сдали свой объект. Завтра утром мы отправляемся в Латвию домой. И хочу презентовать наш домик. Значит, мы закончили первую серию реконструкции. Это мы делали усиление оконных дверных проемов, заменили рамы оконные, створки оконные, которым было 375 лет. Все оконные конструкции были сделаны из твердого дерева миранти. Это мертвое дерево. Демонстрирую, помните, как это выглядело. И вот Амстердамчик наш, вот наши окошки. Вот. И тут непомененное старое окошечко, видите, да, как все было, в каком состоянии. И в каком состоянии сейчас есть. Что интересно, опять же, особенности амстердамского менталитета. А амстердамцы, они, как и немцы, немножко такие, ну, прижимистые. То есть нас, в принципе, главным образом заказали поначалу, потому что мы были в два раза дешевле, чем голландская компания. А сейчас уже заказчик говорит: вы знаете, дело не в дешевизне, дело в том, что такую работу просто никто не может на рынке Амстердама предоставить. То есть, ну, не делают из мертвого дерева новые оконные рамы со створками, которые можно вставить в существующие старинные, и чтобы муниципалитет Амстердама дал на это разрешение. У нас все получилось. А вот, и мы предложили это дело, ну, обмыть по-русски. Амстердамец, конечно, нас не понял, голландец, Роб его имя. И тут мы ему объяснили популярно. То есть смотри, мы тебе сделали дополнительных работ, ну, на 1000 евро. Мы согласны тебе простить эту сумму, но за это надо с нами выпить водки. Разумеется, амстердамец согласился, утверждая, что за свои 50 лет он будет делать это впервые. И мы, конечно же, пошли в русский магазин «Привет, Россия», который тут называется так магазин, приобрели коньяк Арарат, русской водки, сало, огурчики, патиссончики, ну все как положено. И просто, не говорю такое слово «пьянка», просто вот такое застолье, в котором мы хотим показать, ну, наши русские традиции, каким образом мы... Я занят сейчас. Каким образом мы сдаем объект. То есть это сдача объекта по-русски в Амстердаме. Не путайте, пожалуйста, с пьянкой, очень бы мне это хотелось. Это просто сдача. Так это выглядит.